Портативная радиостанция от компании TurboSky модель Т3. Мы получаем стандартную комплектацию, это инструкция, зарядное устройство, типа стакан, блок питания к этому устройству, саму рацию вместе с антенной и скоба для удобного ношения на подвесном оборудовании. Также из бонусов темляк. Радиостанция собрана на основе алюминиевого шасси, все это дело обернуто противоударным пластиковым корпусом, который к тому же обладает еще и приятной шероховатой текстурой. Открыв рацию, мы можем наблюдать аккумулятор на 1800 мАч. На одной зарядке рация сможет проработать до 8 часов, при условии, что 90% времени устройство будет находиться в режиме ожидания, 5% времени мы с вами будем разговаривать и 5% времени принимать сообщения. Дальность связи, возможно, одна из самых важных для кого-то характеристик. Максимальная дистанция 10 км. Это идеальные условия, это водная гладь. Далее, до 7 км это болото и поле. И самая худшая связь будет уже в пересеченной местности, до 5 км. Помимо дистанции здесь идут еще и различные функции, такие как использование тонов QAT и DQT, FM-радио, встроенный фонарик, активация голосом, то есть функция Vox, сканирование, шумоподавление, запрет передачи при низком заряде, блокировка занятого канала, звуковой сигнал состояния, голосовое объявление канала, индикатор разряда аккумулятора, режим энергосбережения, таймер времени передачи TOT, экстренный сигнал SOS, все это дело умещается в устройстве габаритами 126,59 на 33 мм и массой 216 грамм. Если вам понравилось то, что вы увидели в этом ролике, вы можете просто нажать на кнопку в левом верхнем углу, окажетесь на сайте, на карточке товара и сможете заказать его в режиме онлайн. Не забывайте делиться этим видео с друзьями и близкими, пускай все смотрят хорошие видео и покупают хорошие товары. Ждем от вас комментариев и лайков. Посетите наши социальные сети, там вы получите ответы на все свои вопросы и никогда ничего не пропустите касательно жизни нашего сообщества и деятельности нашего магазина. Для того, чтобы посмотреть наш предыдущий ролик, вы можете нажать на кнопку в правом верхнем углу. Я благодарю вас за просмотр. Это был магазин Пневмат24. До новых встреч!